Скорая помощь в период пандемии принимает на себя большую нагрузку. Бригады выезжают и к больным, имеющим симптомы коронавируса, и к тем пациентам, которым нужна помощь из-за внезапно обострившихся хронических заболеваний, попавших в ДТП, пострадавших в ходе несчастных случаев. Помощь оказывают и тем, кто находится в самых отдаленных районах Дагестана. К ним вылетает вертолет с медиками на борту. С работой Дагестанского центра медицины катастроф ознакомилась группа специалистов Минздрава России, прибывшая в республику по поручению президента страны. Большая территория новой базы центра позволила разместить рядом с основным зданием вертолетную площадку. Именно здесь совершают посадку медицинский вертолет с тяжело больными пациентами на борту. По данным Минздрава республики, в период пандемии медицинский вертолет совершает до 3 вылетов каждый день, доставляя в Махачкалу 5-6 больных из самых отдаленных районов. С начала года дагестанские врачи выполнили более 65 вылетов, эвакуировав 73 пациента, среди которых уже 10 детей, в том числе 5 малышей в возрасте до 1 года. Это не только больные с тяжелым течением новой коронавирусной инфекции, но и беременные женщины, заболевшие дети, пациенты с инфарктами, травмами и инсультами.